Че, все, он нас убил, он съел нас. Перекусил надвое, наверное, это дьявол. Кошмар. Так, ну и ребят, таран-таран. Что это? Прыгнуть, наверное, надо. Последний уровень, 24-й. Эх. И тут темно. Ой, это мы в хате, наверное, у себя оказались. Господи, что это пропрыгало? Так, это мы должны включить. Ага. Я, правда, не понимаю. Кто не скачет, тот этот? Бочки для чего-то нам нужны. Подожди, бочки... А сюда поставить, может, надо? Вот так, смотри, делаем. Ну, я не знаю, наверное, я так думаю. Вот так. Залезь сюда, надо посмотреть, что тут. Так. Я прыгнуть могу? Кто такой? Чё? Что за жутко? Мне страшно, ребята. Так, давайте, я не знаю, правда, правильно я делаю, неправильно, но мне подсказывает логика, что, по идее, надо поставить сюда всех. О май гар был, ребят. Подожди, а может пуляться надо в него? А, ну конечно. Так, ребят, давайте я сейчас, наверное, допрыгаю на него, и там и включусь. Так, один раз мы, короче, упали на нее. Где ты? Улетела. Попади. Отлично, ребята. Так, май гарбл. Ребят, короче, допрыгну до нее. Наверное, просто время, чтобы не буду тратить его, пытаться его упасть на нее. Давайте, я когда упаду на нее, я тогда обязательно это включусь, чтобы реально сэкономить время просто на видео, не растягивать видео долго. Фу, короче, упал на нее. Пропала эта ведьма. Ну ж, а теперь нам уже никто не помешает прыгнуть. А, нам еще попасть надо еще раз в нее. Это еще третий раз, а я думал, почему-то она пропала. Так, еще раз надо попасть? Какого черта? Я же вроде два раза пропрыгал уже. Так, а сейчас что? А, сейчас еще больше. Ух ты, нифига, три раза, значит. Блин, ну давайте я опять буду мучиться пробовать.
Ух. Так, и третий раз мы уничтожили, прыгнули на нее. Было сложно пропрыгать. Но наконец-то мы теперь можем прыгнуть. Убийцы. И нам никто не помешает. Так, замечательно, ребята. Ух. Попрыгали, дверь открылась. Вот она, наше наконец-то пиво. И она разбилась. Так, а мы что, тут должны проснуться, да, теперь? Будем финальным. Так, мужчина, вы не подскажете? Нет, не подскажете. Что такое? О, достижение какое-то. Мы спасли с вами пиво, ребята. Ух. Да, ну приснится же такое. Эх ты. Конечно, классно. Классно провели. Кроме дирижабли, конечно, и последнего, где прыгать надо было. О, опять ты спишь. Ляд, это же мой батя прям. Ёты. Что это такое? А ну и все, и титры, ребят. На этом все. Прошли мы еще очередную с вами игру, ребят. Ритуальчик узнаете, лайк, подписки, коммент, с меня видосик, не болейте, не чихайте. Увидимся с вами уже в новых играх на канале Like of Game. Выпускаю игры с 2018 года. Короче, 2 года уже точно есть у нас. Какой 2000? Это 2019 получается. Давайте. И всем пока.